А вообще в Ульяновске, в Ульяновской области, какие самые распространенные заявки по городу, по области? Может, там осень, грибники пошли и пропали? Чуть попозже будут грибники у нас. Буквально вот весна как наступит, где-то в мае месяце уже пойдут первые лесники и грибники. А сейчас вообще соотношение лесных и городских поисков именно по Ульяновской области это 9 к 1. 9 городских, а 1 лесная заявка. В разных регионах по-разному. Где-то 4 лесных поиска, 6 городских. Вот. Но у нас пока городские превалируют. И это, в принципе, это даже как для поисков, наверное, более радостно. Потому что мы понимаем четкую территорию, где может человек находиться. Вот. Но хотя здесь тоже в нашем городе есть и забросы, есть и завалы, и так далее. Ну и зеленых зон, в принципе, у нас, да, вот таких больших достаточно. Ну да, если тоже, особенно на окраине вполне, где можно прогуляться. Учитывая свой опыт, когда мы как-то с товарищем были на даче, так скажем, первый раз я там был, нас послали за дровами, сказали, вон лесопосадка, мы выходили из этой, она, ну действительно, ну смотришь на нее, она вот, ну, небольшая, она не глубокая, но мы в нее зашли, мы вышли часа через полтора, наверное. Причем уже так мы все набрали, и тут ступор почему-то. То есть вроде бы мы шли правильно. Нет, это хороший ориентир, железнодорожная ветка, да. Слышно поезда. Но вот вроде идешь на звук, выходишь с другой стороны, ветки нет. Железнодорожные. То есть тут... Здесь суть в чем? Во-первых, люди переоценивают собственные возможности. Мы неоднократно слышали, что слышим, что я в этот лес 30 лет хожу, я этот лес вот на зубок знаю. Лес 2 на 2 километра, можно искать бесконечно человека.